Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с завершением каталога номер 5. И сегодня у нас стартует каталог номер 6 от компании Oriflame. Я уже зашла в свою корзину, положила все, что мне заказали, что я хочу для себя. И сейчас вам покажу, как делать заказ и расскажу, что я себе заказала. Как официальному обозревателю мне для обзора положили 5 продуктов. Сияющую пудру в шариках, будет на них обзор. Карандаш для губ Nude. Ультракремовая губная помада «Розовое дерево». Кстати, я так эту помаду люблю, она у меня уже есть. И там чуть-чуть прям осталось, поэтому я очень рада этой помаде. Так, тушь многофункциональная. Это новинка, наверное, скорее всего. И новинка туалетная вода Women's Collection с мимозой. Я очень ее хотела попробовать. В заказе у меня 6 тушей, пока 6. Объемная термосмываемая тушь. Ой, здесь ограниченный выпуск написан. Я, наверное, еще добавлю на всякий случай парочку. Пусть будут, потому что эту тушь все очень любят. Она такая уникальная. Она как водостойкая. Точно такая же. С ней можно нырять, купаться, стоять под душем, попадать в дождь и в снег. Она не растекается, не смазывается. Но если мочить ее сильно теплой водой и вот так пальчиками аккуратно снимать, то она прям с ресничек полностью снимается, как одежда, и не оставляет каких-то там кругов, пятен, то есть она полностью удаляется просто водичкой. Так, заказываю новое мужское мыло, хочется попробовать, что это за мыло. Далее, новинка, пробничек я беру на этот аромат с мимозой, чтобы можно было давать подегустировать клиентам или в подарок кому-то, потому что у меня будет 2 пробничка. Так, заказали туалетную воду Эльве. Нашла старую клиентку. Не общались много лет, и я стала проверять по телефону. Телефон уже был недоступен, и я просто думаю, дай-ка поищу в Инстаграм, может быть, найду. И вот прям, знаете, сразу 100% попадание. Стали переписываться, потом обменялись телефонами, созвонились, болтали целый час, а потом она спросила про этот аромат. Говорит, я так по нему соскучилась. Все время заказывала эту воду. Так что вот встретимся и вручу ей заказ. Так, для себя крем для рук с экстрактом персика. Очень он мне нравится, шикарный такой крем. Особенно аромат очень приятный. 2 геля для интимной гигиены успокаивающие. 2 мыла с кокосовой водой и дыней. Это мой любимый аромат мыла. Просто, ну, один из любимых, так скажу. А если брать 2, то получается цена выгоднее. Смотрите, если один 87 рублей, а если 2, то всего 94. Прекрасно. Вот как раз набор. В него входит следующий каталог. Плюс пробники. Крем «Ночной лифтинг» Novage Ultimate Lift. Как раз туалетная вода Women's Collection. Паудери «Мимоза». Ой, какое название классное. Кремовая помада «Онколор» «Медовый беж». И 7-й каталог. Так, в заказе у меня есть несколько смягчающих средств с маслом мяты. И для себя, конечно, взяла. И вот остальное все, наверное, под заказ будет. Угу. Так, заказали помаду, 2 дезодоранта, консилера, 2 штуки, еще одну помаду, стойкую краску для волос. Уже не первая покупка, уже, наверное, 5-й раз клиентка заказывает. Точно такой же оттенок, как и у меня, светло-русый 9.0. И 2 крема, дневной и ночной, антивозрастная серия Optimals. Тоже не первая покупка, очень нравятся клиентке эти крема. Так, и что я взяла себе? Смотрите, сыворотка-концентрат для повышения упругости. Я уже один курс делала, у меня восторг, отличные результаты. Беру еще один курс и использую скидку 50%. Как раз вот выходит всего за 1000 рублей. Так, у меня здесь 10 каталогов за 230 рублей и один каталог за 9. Пакетик я не беру, у меня пакетиков много. Но, кстати, нужно заказать пакетики, потому что у меня они закончились. 527, по-моему, 0,15. Да, вот они, пакетики должны быть. Я возьму сразу 3 комплекта, чтобы про них не забывать. Пусть лежат, хлеба не просят. Очень выгодно. А почему-то получилось 50 рублей за 3 комплекта. Что это значит? А если 4?
А, 4 за 100. Ну-ка, оставим 50. Нет, неправильно просто было. Все, 3 штуки, 75 рублей. Так, тушь я вам показывала. И в нижней части дополнительно здесь у меня эксклюзивно онлайн 9 продуктов. А, так, 4 зубные щетки, 3 зубные пасты освежающие, 2 зубные пасты с травяным комплексом. Тоже они идут по акциям, очень выгодные скидки. Это вы увидите, когда нажмете вот так кнопочку «Далее», и там будут специальные предложения. Так, умный шопинг. Здесь я беру аромат магнетиста. Это под заказ. Клиентка очень хочет. И заказываю набор. Life Plus, жизненная энергия, входит в этот набор. А что здесь входит, почему не показывает? Ну, здесь будет клубничный коктейль, женские витамины, шейкер, мирная ложечка с книжечкой, все в чемоданчике. Так, а как это отменить? Как вернуться назад? Давайте вот так в корзиночку нажму. И что у нас получилось по заказу? Это еще не все. Всегда заказы проверяйте внимательно. Так, сумку я не хочу брать. Не знаю, не хочу. Сумок полно. Так, здесь я вам все показала. То, что я взяла. У нас еще есть доступ сейчас к витаминам для волос и ногтей. Нутрикомплекс можно взять со скидкой. Витамины мужские, женские по 60 витаминов в каждой баночке. Отличная цена. Можно добавить очки, если вы в прошлом каталоге сделали заказ на 50 баллов и в этом на 50, то очки ваши всего за 199 рублей. Я думаю, очки будут очень классные. И смотрим, что еще есть. Ну, больше, как бы, только вот немножко с распродажи одна масочка какао, но я их уже набрала, пока достаточно. Нажимаю «Далее», выбираю доставку. Ну, как выбрать доставку? Я думаю, вы знаете, на всякий случай покажу. Вы нажимаете на кнопочку «Получить» в пункте выдачи и сначала выбираете тип с правой стороны, например, СПО, пункт выдачи или пятерочку. Я выбираю СПО и здесь ввожу свой город, Саратов. И он мне показывает сразу все адреса, все-все-все, которые у нас есть в Саратове для того, чтобы выбрать самое ближнее, удобное место. Я обычно выбираю вот сюда, на Киселева. Вот, все. То есть здесь показывается сразу, куда выбрали, контактный телефон, адрес, время работы. Ну, сохраните эту информацию, так себе скопируйте, куда вы отправились, сохраните. Доставка до СПО стоит 100 рублей, но я доставку поменяю на домашнюю по простой причине, потому что на дом мне привезут заказ бесплатно, потому что заказ от 4000 рублей приходит абсолютно бесплатно. И проверяем, сколько к оплате. Здесь всегда смотрим, чтобы адрес был правильно указан. Всего у меня 55 продуктов на 11 251 рубль. Ого! Нет, на 13 425 рублей. У меня же еще дополнительные продукты. И так как у меня остается на товарном поле часть денег от начислений, да, ну, зарплата моя, так скажем, то она минусуется, и мне остается к оплате всего 8 810 рублей. Как приятно, слушайте, вообще классно. Где посмотреть баланс? Вот сюда нажимаем на кнопочку, видим, сколько денег у вас на балансе. Очень тоже удобненько, классно. Итак, можно уже нажать «Оформить заказ», но я по традиции вернусь, все проверю, потому что у меня бывает, я что-то забываю или захочу что-то убрать или добавить. Я сейчас все проверю, отправлю заказ и уже в пятницу, как указано здесь вот дата доставки, я его уже получу. Вам же я желаю приятных покупок. Кстати, про оплату не рассказала. Вот смотрите, если вы будете оплачивать с карты, например, хотите вот так сразу картой оплатить, то имейте в виду, что нужно оплатить в течение часа после размещения, никак не позже, иначе ваш заказ будет расформирован, да, то есть автоматически будет удален и будет взята комиссия за электронное обслуживание. Поэтому я не оплачиваю. Вот таким образом я выбираю оплату перед получением, завершаю заказ и потом уже оплачиваю, просто заходя в онлайн-кабинет Сбербанка или Тинькофф, ну, кому как удобно, да, где у вас карта есть и так далее. Вот, поэтому теперь точно все рассказала.
Желаю всем успехов и отличного вам каталога. Пусть он будет еще лучше, чем предыдущий. Всего доброго, пока-пока.